Здравствуйте, магазин Лючит, серебряные украшения. Сегодня у нас, посмотрите, какая приятная гамма, такой бледно-бледно-нежно-нежно-розовый синтетический розовый кварц. Комплекты все наши известные, которые регулярно у нас бывают, но вы знаете, такой красоты от веки, вот именно в таком формате, в таком цвете розового кварца у нас реально не было никогда. Очень хорошие у них фианитики, сейчас и кварцы пришли. Значит, у нас сегодня сплошная синтетика, это выращенный розовый кварц, выращенный камень кварц, который имитирует цвет натурального розового кварца. И, конечно, натуральный розовый кварц такой вот чистоты, такой прозрачности, такой игры света вы никогда не найдете, ну, в природе его просто не существует, да. Но есть замечательный плюс, ну, камни натуральные, это, конечно, хорошо, но в чем плюс выращенных кварцев? Они у вас не потемнеют, не посветлеют, не выцветут, не обдерутся, то есть ведут себя в эксплуатации, вот как вы их сейчас видите, ровно такими же они всегда и будут. И поэтому, мне кажется, к лицу идет просто великолепно, освежает, всегда такой вот какой-то романтичности женской добавляет. Поэтому прям не так много у нас изделий, по одному, по два комплекта, поэтому называется «Набегай, кто успеет». Да? Артикул на сайте 382, стратон, по-моему, стратон называется, 20 размер, и размеры сегодня прям шикарные. Посмотрите, на высокой шинке, Вега у нас любит всякие замысловатые, да, шиночки, 20 размер. Ну, я вот примерила, он 19,5, но мне реально как бы великоват. И к нему в комплекте шикарные вот такие же сережки с большим, опять же, розовым кварцем. Огранка великолепная, качество, посмотрите, я думаю, что вы видите блеск. И поэтому наслаждаемся розовыми кварцами. Смотрите, грамотная такая идет посадка по центру. Видите, немножко поднят здесь сам крючочек, немножко как бы сдвинуто сюда, и поэтому сережки эти не заваливаются. По весу они, конечно, не детские, 23,56, то есть надо иметь это в виду. По проколу, это опять же средний и высокий прокол, но все-таки вес, ну, ничего мы с этим сделать не можем. Смотрите, какая прелесть. Мне кажется, прям голова улетает. Это первый комплектик. Дальше классический, нет, давайте начнем с красоты с самой. Дальше вот такой роскошный комплект Grand. Он у нас называется, артикул на сайте 4034, под видео обязательно будут ссылочки, все вы это увидите. Посмотрите, какая прелесть, не знаю, мне прямо вот именно цвет завораживает. И в тон подобраны очень бледные такие камушки, которые просто оттеняют вот работу по серебру. 18 размер, знаете, на 18,5 плотновато, вот реально брать прям 18 на 18. Сережки ровно такие же активные, такие крупные, такие массивные, по весу они 25 грамм, 12 грамм на ушко, и обыкновенная английская петелька в качестве швензы. Посмотрите, какая красота, к вечернему наряду, представляете, если вы насыщены синим каком-нибудь платье и вот такой розовый кварц, ну, шикарно будет, бирюзовый, шикарно, он настолько универсальный, он такой вот средний, ровный, не теплый, как бы, не знаю, прям в восторге. Разделите, пожалуйста, со мной этот восторг. Дальше классика, комплект. Просто реально обычно розовые кварцы приходят, знаете, таким, такого химозного цвета, а здесь вот прям близко к натуральному, ну и, естественно, это идеальная прозрачность. Размер 20,5, посмотрите. Озеро, классический наш комплект, где вся прозрачность камня видна, и мне кажется, истинное наслаждение. Я вот на 20,5 примеряю, даже чуть свободновато, я бы его на 21 взяла. Сережечки здесь универсальные, английская швенза очень хорошо открывается, да. Смотрите, опять же, какая красота, посмотрите, вот ничего не надо, просто надели этот комплект, строгий костюм, и вы уже такая женщина-женщина, вас хочется оберегать, вас хочется защищать, и вот прям истинное наслаждение. Ну вот, в принципе, розовые кварцы быстро, видите, и закончились. Но у нас остались синтетические лунные камни, то есть они по цвету тоже такие же милашки, другого слова не скажу. Артикул на сайте 438. 18,5, с тыльной стороны у нас достаточно есть места, поэтому 18,5 примерила на 18,5. К нему есть вот такой же кулончик, колечко надо, наверное, все-таки вот так сделать, да? Такой же ровно кулончик, видите, то есть можно поиграться. И сережки, они у нас полностью повторяют комплект кольца, немного занижен здесь крючок, очень длинная швинза, опять же, все равно мы говорим про средний, высокий прокол, камни достаточно крупные, поэтому вот такой вариант. Посмотрите, как они великолепны. Мне кажется, прям на лето вот такие вещи. В принципе, они зимой как бы очень хорошо работают. Вот. И всегда их бывает на самом деле не так много в таких в правильных, хороших цветах.
Пришел комплект Колорадо, тоже здесь посмотрите, синтетический лунный розовый. То есть это выращенный кварц, который имитирует лунный розовый камень. В тон камушки подобраны, идет такой серебряный орнамент, немножко нам в греческий он уходит. Да? И 19 размер кольца, артикул на сайте 4031. Под видео будет ссылочка. Ну, смотрите, 19 я примерила на 19,5, плотненько он не сел, надо брать все-таки по размеру. И здесь у нас сережки не подвесные, что опять же удобно, очень широко открывается швензы. И такие крючочки, как правило, ну, садятся вообще на любой прокол. Вес у серег здесь порядка 19,86, но реально по своему весу они немножко нивелируют за счет того, что как бы вот нету, да, подвижности нижней части. И посмотрите, здесь прям такой тоже активный комплект, насколько, не знаю, очень мне нравится эффектно здесь вот сочетание этих россыпи фианитов, да, и такой вот работы по серебру, мне кажется, очень интересно зачаровывает. И еще один синтетический, здесь вот как раз совсем не крупный камушек, и к нему еще вдруг в друзьях стоит синтетический фианит. Артикул на сайте 732, 19 размер колечка. Ну, на 19,5 нет, давайте все-таки на 18,5, хотя в реалиях его прям надо брать на 18, прям размер в размер. И сережки, видите, вот такие вот длинненькие, да, полукруг сделан, что опять же, вот это вот, видите, у нас получается прямая линия, она будет вам прям прорисовывать вот так правильно лицо. Сережка застегивается, висит на обычной английской петельке, которая садится на любой прокол, и будут сережки формировать вам линию лица, да, немножко его вот так вытягивать, делать его таким более изящным. И посмотрите, тоже такая приятная, очень нежная пастельная гамма розовая, дополнена очень светлым фианитом сиреневого цвета, поэтому прям весна-весна, лето-лето, женщины-женщины, и вот все в этом тоне. Так что заходите, выбирайте, получайте удовольствие, и мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. До свидания!